Еще раз здравствуйте, мужчина. Пятерка пентаклей у вас там очень сильно. Интересно, кто с деньгами не дружит? Или кто-то не будет дружить? Так что смотрите, смотрите, смотрите. Прилагайте все усилия для того, чтобы стать успешными и стабильными по жизни. Вот здесь некий момент реализовывайте себя именно в некий момент стабильности. Ну, не знаю, то же самое, как рекламируете, делаете, ищите, идите, начинайте. Но момент стабильности, прикладывайте большие усилия. Почему-то момент отпустите все силы на стабильность. Момент могу предположить денежную, либо свою какую-то реализацию. Давайте смотреть, что здесь у нас такое. Что здесь у нас за тучки? Давайте могу предположить. Кличить ничего не хочу, девчонки, мальчишки. Ну, либо у кого-то тут сложные времена, либо были, либо настигнут. Я бы сказала так. Немножко будет трудновато, сложновато. Поэтому вот какой-то момент сейчас стремитесь уже к стабильности. Начинайте что-то прямо сейчас. Что вы надумали? К чему вы хотите прийти? Уже это как муха-цокотуха, которая песенку пропела, оглянуться не успела, и началась охоп-зима. Вот здесь вот такой момент. Не будьте вот этой. А, это стрекоза. Стрекозой-то не будьте. Здесь, короче, вот если вы пойдете по ступени стрекозы, сыграете в очень сильно некрасивую игру под названием «Ссоры, мусоры и какое-то г». Я бы сказала так. Ну, с кем-то будете сраться, от чего-то откажетесь и будете очень сильно стать кипятком. Переживать. Бояться. Все дела. Ну, понятно. Есть именно момент на сейчас упор. Надо уже сейчас чем-то определяться. Надо что-то чем-то сейчас уже стоит заниматься. Либо, ну, именно момент очень сильно приложите все усилия на какое-то дело. Это, да, девчонки, либо у кого-то сейчас времена идут очень сильно, но не, ну, тяжеловатые, либо у кого-то все-таки будут такие времена. Так что это как вот готовьтесь уже сейчас, но занимайтесь и прикладывайте усилия к своей какой-то стабильности. В каком плане, в каком бизнесе, в какой работе, налаживайте связи, налаживайте контакты, уже думайте о будущем немножко. Здесь какой-то такой момент. Изучайте, погрузитесь, обучайте. Но делайте это как-то сейчас. Я не говорю потом поздно. Что здесь такое? Потом блуждать будете. Не начнете сейчас, потом будут трудности. Не подложите подложку сейчас, потом будут сложности. Ну, плохие времена тоже когда-то заканчиваются, так что тоже это знаете. Вот как-то сейчас. Обратите внимание, что сейчас происходит в вашей жизни больше. Здесь упор на новое очень сильное начинание. Путь к успеху, не знаю, к богатству, к стабильности. Именно сейчас, не позже. Потом у вас времени не будет, расстроитесь, мысли чем-то другим забиты. Причем в протяжении долгого времени. Хватайте птицу счастья сейчас. Думайте о завтра, ну, думайте на завтра уже сегодня. Вот здесь какой-то момент давайте. Здесь как у женщин, но здесь как-то по-строгому. Здесь какой-то момент... Какой-то строгий момент на ситуации. Как же вам сказать? Вот с таким напором. Как вот, знаешь, как мамка сказала, вот сделай это, и все, и не мотает меня. Вот здесь какой-то такой момент информации. Потом как-то будет поздновато что-либо делать.
Делайте сейчас, начинайте сейчас. Ну, либо вы такие у меня тормозочки здесь. Но плохие времена, ребятки, заканчиваются у кого-то, если плохие времена. Поэтому, да, налаживайте связи, контакты. Это прям вам в пути раз и два. Какой-то такой момент. Подложку на будущее делайте. Угу. На свою стабильность. Положите прям все силы на это. Почему-то именно в данный момент времени. Я просто посмотрела, если попозже, то там говно. Там жопа будет в какой-то момент степени. Ну, либо будете сраться с кем-то, либо еще что-то. Там прям все негативные карты из Ленорман. Прям хоп-хоп-хоп выпали. Поэтому я и говорю, что не откладывайте на сегодня, не откладывайте на завтра, что можно сделать сегодня. Это прям ваша кредо. Поэтому как-то так. Все, мужчина. Кто ищет, тот всегда найдет. Я про любовь, если что. Умную женщину найдете. Стабильную, стабильными ценностями. Со стабильными семейными ценностями. С хорошей интуицией. Ух. Мадам еще жесткая будет. Поэтому здесь как... Короче, как так. Здесь если про любовь хотите что-то знать. Кто ищет, тот всегда найдет. Но мадам какая-то будет очень сильно интересная. Ну, типа как мечевая, ну как-то, ну, такая прохладненькая. Какая-то такая. Короче, как-то так. Мужчины, вот так. Ничего больше сказать не могу. Давайте, думайте, 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 думайте. Надо вам кому-то. Ваш, надо внутренний. Внутренний этот, как ее? Чего? Компьютер запустить. Перезагрузитесь. Вот. Поэтому как-то так. Здравствуйте, мадамы. Дамы, мадамы, что же ваш мужчина говорит вам из будущего? Хай-хай. Либо хой-хой. Ну, что он говорит вам из будущего? Какого мурашки по телу? А здесь-то что? Здесь что за бум? Девчонки, что за хня полнейшая здесь? Почему у меня здесь кто-то жертвует своими мечтами? Ну, здесь своя реализация. Так, а здесь у нас... Если у кого мужчина есть рядышком, ну с кем он стал, с кем он, девушки, разговаривайте почаще со своими мужчинами. Есть момент диалога, построение диалога, научитесь разговаривать, научитесь строить диалог с мужчинами, с мужским полом, да любыми, без разницы. Будь то на расстоянии, будь то рядом, научитесь вот выстраивать диалог без такого, вот без такого, а вот как-то конструктивно. Момент диалога именно как-то с мужчинами. Что здесь не то? Десяточка. Десяточка. На мужиках мир не строится. Давайте еще так. Настроится он на многих больших вещах и очень сильно интересно. Давайте, не погрязайте себя. Это вот этот момент, и у вас что, из крайности? Я так чувствую, что здесь моментами женщин, в таком очень сильно интересном сочетании, я еще звезду доложу. Понятненько, идите к своей мечте и к своей реализации. О, а здесь это что интересное? Выберите для себя... Так, давайте так... Для начала давайте, с чего бы начать, с четырех. Так, научите конструктивно диалоги строить.
доносить информацию, ораторскому искусству, в какой-то момент диалекта, не на эмоциях, а именно строить и умеете. Кто-то здесь просто видать, я так понимаю, по такому информации кто-то диалог не умеет строить. Ну как на эмоциях, там как разрубит, как все, отрежет, все, прощай, жопа, аривидерчи. Вот здесь какой-то такой момент. Научите конструктивно доносить свои мысли, свои идеи. Это как ораторскому искусству учиться, обучаться грамматике, не знаю. Но какой-то такой момент. Диалогу с мужскими полами, я бы сказала. Давайте далее. На свою реализацию давайте хрентовки не забивать. У кого-то здесь очень сильно трудно и все идет. Девчоночки, у кого насчет реализации? Давайте так, реализация себя в каком-либо деле. Москва не сразу строилась. Если кто-то здесь не может реализоваться, либо не реализовался по жизни так, как ему хотелось, ну, в принципе, здесь ничего страшного, я бы сказала, особо нет. Но момент, кто хочет реализовываться, тот всегда реализуется в какой-либо иной сфере, которая будет доставлять удовольствие. Здесь момент Москва не сразу строилась. И как же вам сказать-то? Если ваша работа не отвечает вашим требованиям, каким-либо, ну, грубо говоря, вы незначимы на своей работе, вы как-то на своей работе, ну, не особо сильно влияете, либо еще что-то. Находите себя в другом, находите себя в какой-то другой стезе, в другой работе. Рассматривайте другие варианты реализации себя и своей значимости в этой жизни. Потому что здесь со значимостью у человека, у девушки, порой у некоторых проблемы большие причем. Ну, кто-то не ценит, как не начальник, там, семья или что-нибудь еще. Здесь какой-то такой момент. Но ваше счастье именно находить пути решения для своей реализации. Я не знаю, это то же самое, как работу не на противной работе, но при этом мне доставляет большая радость, если я пишу книги, картины. Вот здесь моментами, вот значимость повышайте своим неким моментом хобби, все дела, вот какими-то такими вещами. Счастье принесет просто. Дальше. Кто здесь у нас? На мужиках мир не строился. Кто здесь любит себя отдавать дому? Ну, грубо говоря, батрачить, работать с утра до ночи дома и на работе, и все, и свет белого не видеть. Девчонки, мальчишки, себя загоняете в этом моментами не в очень хорошей ситуации. На мужиках, на доме, на каком-то момент замкнутом пространстве мир не строится. Ну, хотя бы в замкнутом пространстве можете изучать какие-то новые вещи. Находите плюсы в каких-то законченных ситуациях и вещах. Угу. Но если кого, конечно, не устраивает момент замкнутого пространства, понятно, что надо делать. Выходите из замкнутого пространства, понятно, да? Все. Девчоночки, мальчишечки, как-то так. Либо выражайте себя в стихотворениях, стихах, в книгах. Здесь момент выражайте себя. Здесь как вот нереализация везде. Как вот это. Одна по одному реализоваться не может, другая по другому, потому что семья, дети, другая там работа не такая, третья там мужчина не такой левый вообще. Здесь вообще никто не понимает. Здесь как-то куда ни глянь, здесь какая-то жопка у каждой женщины по этому варианту. Пишите мемуары, если у вас такая интересная судьба и жизнь. Девчонки, мальчишки. Девчонки, если у вас какой-то интересный молодой человек был в вашей жизни, можно и про него и написать. Здесь почему-то есть такой момент информации. Донесите это в стихах. Это вот это то же самое, как это. Автобиографию, там, все дела. Идеалити прям. Ладно, давайте далее. Четвертый момент информации. Здесь их четыре, кстати, по отдельности бы сказала. Давайте далее. Путешествуйте, идите к своей мечте. У кого там мечты очень сильно идеальные и позитивные, идите к ним. Не смотрите, не слушайте никого, кто вам шепчет на левое и правое ухо. Давайте так. Потому что некий момент неверия, это, блин, я же такую информацию дублировал когда-то давно.
Точно. Но кто-то вот здесь в людей не верит. Ну, злые языки говорят обычно там, у тебя не получится, у тебя не выйдет, это не твое. Моментами вот как идти против всех. Но по своей дороге и потому, что вы же чувствуете, что это ваша дорога, вот и идите, наплюйте на все и на всех. Это вот как вот знаете, блин, один фильм есть, где женщина писала, она была писательница, она писала под мужским именем для мужчины, ради своего мужа. И муж как бы выпускал вот эти книги, под каким-то там псевдонимом. А, они выпускали вроде книгу под мужским псевдонимом, потому что в то время, типа, женщины не писали книг. Вот здесь некий момент модернизируете за счет каких-то своих идей, при этом стабильных и при этом, ну, какие-то вот мечты. Реализуйте их, если чувствуете, что это ваше. Идите по этому пути. И пускай хоть кто вас там не верит, это их проблема. Вот здесь какой-то момент, вот модернизация, идти против как всех. Я, конечно, ничего такого не хочу сказать, но здесь моментами просто кто-то не верит в ваши мечты и в ваши идеалити в этой жизни. Давайте так. Реализоваться можете, прям вообще на зашибись. А вот реализация самого себя, это вот как вот никогда не писала книгу, начала где-то лет в 30, вот как-то озарила, написала книгу, и офигеть счастье. Мое. Вот здесь какой-то такой момент эффекта реализации своей какой-то мечты. Это как то же самое, вот была каким-то, не знаю, офисным работником, и при этом попробовала что-то, какую-то творческую деятельность, написала что-то там, стихотворение, либо там, не знаю, сказку, картину, вышивку. И как это как-то все сделала, допустим, разместила где-то свою, допустим, картину какой-то выставки, и все. Хопа, и мне понравилось, и там людям нравится. И офигеть, а людям-то нравится. И вот здесь есть такой момент офигевания от результата, от того, какую дорогу вы можете выбрать с помощью ваших какой-то мечты. Потому что ваши мечты, они позитивные, а и они удачные. Я бы сказала, которые могут продвинуть вас куда-либо. Ну, в какое-то счастье, в какой-то успех и в известность. Здесь больше об известности говорится. Причем в стабильную известность. Вот какой-то такой момент. Хоп, оно же ваше, вы этим умеете, вы этим владеете, вы это можете, вы это чувствуете, что это ваше. И хоп, это все вот как-то прям у меня-то получилось, да нифига себе. Здесь какой-то такой момент. Ну, я говорю, кто-то забивал здесь, вот какой-то момент забития. Ладно, девчонки, мальчишки, короче, какой-то такой момент информации, четыре какие-то. Не знаю, может быть, ваш будущий мужчина такой интересный, идеальный, что вас перестраховать хочет от всех несчастий. Ну, мы же как бы, что ваш бывший, оговорилась не зря, да? Ваш будущий мужчина говорит вам из будущего. А может, это ваш нынешний. Поэтому, девчонки, мальчишки, вот какой-то такой момент информации, прорыва. Вот пахнет просто такими женщинами, которые против системы могут пойти и сделать это вот на вот так вот. И просто все, как так? А так можно? Да? И вот здесь вот есть вот такие типы женщин. Ну, конечно, есть, и соответственно. Поэтому как-то так. Почему-то такая героиня мне вот так. Хотя этот фильм я не смотрела. Если кто знает этот фильм, напишите. Блин, там актриса вроде снималась, которая из «Пиратов Карибского моря». Вроде она в главной роли там была. Вот я не помню фильм, я бы хотела его посмотреть, но там просто триллер я видел. Триллер, блин. Короче, девчонки, мальчишки, вот такой расклад. Мне интересно, мне прям понравился. Он такой прям сочненький, прям вкусненький, много информации, всякой разной, причем на разную какого-то человека. Поэтому желаю вам всего самого наилучшего и пока-пока.